Всем здорово, пацаны, не пугайтесь так сразу. Что-то такое, это обновление сервера, смотрим, да, сервер номер 3, как всегда. И сегодня я вам расскажу о обновлении на данном сервере, что сегодня добавили, всего посмотрим и расскажем. Так что, поехали. Добавили прям очень дофига, прям изменили, как вы видите, худ изменили, название там всякая фигня. Добавили там, короче, что... Дрифт-трассу вот новую добавили, драг-трассу новую, уже интеллектуальную, вот. СГУ добавили, это, короче, такая на тачка ставится, такая, как можно сказать, синяя ведерочка, ну, короче, мигалка, все. Она стоит 25 миллионов, вы понимаете, 25 миллионов. Теперь у вас нитро не будет, вам нитро надо будет покупать с заправочки, не заправочки, подожди. Нитро можно покупать с... Короче, где устанавливаете колеса, там покупаете нитро. И оно очень быстро заканчивается, и стоит прям очень дофига. Мы это все сегодня посмотрим. Также изменили цену на покраску. На покраску автомобиля что-то добавили, не помню. 50 тысяч на покраску второго цвета, 25. Это прям очень зашквар после 10 тысяч. Прям очень. Ну ладно, будем как-то мириться. Ну, вы хотите меня спросить, чё... О, гольф новый, кстати. Чё ты нифига не словил? Потому что вчера, блин, я хотел купить чё-то в итоге. У меня кэш не грузился, я тупо забил и лег спать. Ну, это пофиг как-то, если честно. Короче, вот видите, бензин 2 литра. Вот, о, пятнашка, кстати, тоже нормально. Ну, сейчас я вам расскажу про тачечки. Короче, исправные косяки с Нива Урбан и шестерочкой. Короче, заменили транспорт. R6 заменили на A7. LaFerrari из прошлой серии заменили на Superfast Ferrari, уже другую. Мы это все посмотрим. Regero изменили на Agero. Gallardo, вот мне Gallardo очень жалко, прям очень классный автомобиль был, заменили на Lexus RX. Это такой говно, если честно, потом покажу. Jaguar F-Pace в прошлом видео заменили на Lexus LX570. Toyota Supra на Nissan Skyline 32. Subaru Impreza 2015 заменили на старый. Infiniq Q50 заменили на Tesla. Porsche Boxster на Golf. BMW 3 серии 325 заменили на M3, даже не знаю, что это такое. Восьмерку на пятнашку. Также добавили тюнинг на копейку. Да, 210-й Mercedes вот этот. Сейчас я его покажу. На 222-й, на E63 SVA и Priory. Добавили также Altezza. Ладно, давайте зайдем в дисочку, посмотрим, как там... Можно купить вообще нитро, и почем она стоит. Запасов было на 35 тысяч. Блин, оно дорогое и очень быстро заканчивается. Так есть. Ну, в следующей серии мы обязательно купим. Так, заезжаем в тюнинг. Вот мне, вот смотрите, мне сейчас так бабла жалко, если честно. Ну, смотрите, крыши нет, да? Спойлера, смотрите, спойлер, да? Вот такая вот дичь. И что-то еще добавляется. А, не, ничего не добавляется. Просто этот спойлер, но... Он, да, подкресливает что-то багажник, ну такой, ладно. Мы все равно ставить не будем, я просто вам покажу. Вот видите, расширители арок фендеры, да? Можно изменить юбку, сделать больше. Так, да? А юбку и что-то с фарами делается, да? А можно посмотреть, что поставить. Короче, расширители арок, получается, фендеры, типа, раздутые арки. И фонари, но мне что-то как-то это фонари не очень. Ну, короче, пойдет, но вот такой с черным сочетается, да? Теперь смотрите еще, передний бампер. Вот есть такой бампер передний, есть такой вот. Но мне это, мне кажется, более элегантно, но... О, это как-то... Ну, короче, за 180 нормально. И смотрите задний бампер. Задний бампер вот этот. Вот этот бампер, и как вы поняли, это уже с кабана пошел похожий. А есть вот такой. Истоковый. Истоковый почти не отличается, но я, наверное, поставлю вот этот. Потом. Это черное. И просто за 470 тысяч. Смотрите, какой зверь вообще выходит, да? Нормальный. Это мы в следующей серии вам покажу все. А сейчас мы, короче, отправимся на автосалон. И также хотел сказать, что добавили в магазине одежды. То есть теперь надо покупать скины. М3. Нет, М2. Покупать скины надо будет. Это тоже фигово. И что там? Сейчас вспомню еще, что-то не добавили, еще новые. Там. А, камхак, давайте. А, новые работы. Яблочник, короче, добавили. И инкассатор. Ну это, блин, инкассатор более мне. О! СВА, видите какой? Давайте.
где СВА? Да не лети, на СВА сочный, потом мы с вами его купим. Добавили новый камхак, короче, теперь просто на О английскую нажимаем, это камхак. Отключить режим, показать подсказки, тупо можно. Включить стабилизацию. Вот что-то не... О, вверх-вниз, Ctrl-вниз. Кстати, это... Да, нормально будет. Вот так вообще не лагает, да? Alt. Не прям вообще четко можно будет снимать, прям очень классно. Поворот влево, поворот вправо. F12. Не, блин, вообще четко прям. И четко, что теперь на пятерку нажали, и тачка открыта, все. И где-то еще есть хранилище номеров, но я так и не помню, где оно находится. Ну, так вот, кстати, инкассатор. GTA 5. Смотробанк. Ну такое нормально. Так. Поедем, короче, теперь по автосалонам. Приятного просмотра. Так, заходим. Присутствие 43-150. Вот. Вот это четко, что заходишь, смотришь. Можно купить, а можно испытать ТС. Вот, смотри-ка, поехали к европейцам, смотрите, что тут по приори МР. Смотри, какая приори вообще мощная, да? Блин, что-то приори захотелось. Денег нет, тачек нет. Так, голограмма. 293 стоит 12 лямов. Бак 100 литров. Ну, это вообще это бак лучше изменили вот этот, потому что это электрокар, типа, как бы. Если честно. Педалька не очень. Если бы добавляли, то уже добавляли Model X. Model S это уже старенькая. Так, вот можно вопрос, что там застряло? Так, SVR, Porsche, вот Subaric, вот Golf. Давайте все по очереди. Давайте Subaric 250 едет. Все. Так, Subaric 780 дешевле, кстати, стоит. Это мне попадет в топчик. Давайте посмотрим. Какой он? Дракчик. Так, не прям очень вот сочный. Так чисто вообще непривычно. Чирик. 418. Что-то бред, серьезно, 418 чирик едет. В смысле, он 550 ехал, алё. 400. Чё, пофиксили максималку или чё? Лол. Чё, этот Лукан, да? Вот этот Lexus RS. Ну, такое, если честно. Сколько они еще едут? А чё меня внизу заспанили? Алло? Чё за пиздец? Я в афиге просто. Это тут всё осталось. Но мне внизу заспанили. Алло? Чё за дичь? Феррарка чётко. 45 лямов. Вот это, кстати, баг, мне кажется. Хотя не баг. Почему внизу спанят, а не вверху? Капец. Ну, Lexus уже была же та же моделька, японская. Это, кстати, удобно. Заходим в японочки. Так, на первом этаже тут, я так понял, второй этаж нету. Невью это оставили, это пипец. Думаю, его уберут, а это говно не убрали. Ладно. Вот это. Лям 100? Лям 100, да? Мне кажется, они что-то с скоростью намудрили, но это мы все-таки скоро проверим. Чего мы это проверим? Так, Getter тут, скрузак тут, Subaru. А ничего, что не доб... А, Altezza добавили, точняк. Altezza стоит дороже, а дешевле, вернее. Но Altezza это так, на любителя. Мне, честно, не очень нравится. Ну да ладно. Еще нам осталось посмотреть. А можно вопрос? Это баг сервера. Почему Audi A7 на фотке R6? R7, вернее. Да, не отличают. Бля, сочные. Не, сочные, да, скажите? Даже я на тест-драйв возьму. А, тут еще в разных городах. Давайте поставим этот R6 менеджер. И спойлер. Да ну нафиг, вы шо, ребятки? Я буду угорать. Нельзя протестить, да? Вот мне интересно, на 4 места или одно место? 284. Да нет, это бред, мне кажется. Что на 284? Да, это бред, видите? Что-то скорости они намудрили, потому что 285. Питерский, магазин одежды.
А, это пишет ничего не ладно. Давайте назад, можно мне пацаны? Так, это 50, который мне ходил. 50, 30, 30. Я знаю этот скин. 150, 150. Вот это, кстати, четкий скин. Этот. Я понял. Если поняли, ставьте лайк. Это актер, если чё. Только я забыл, как его зовут, блин. Так, чё у них с лицом? Лицом. Гоп, Николай Вася, что ты в Адидасе? Да, 75. Я там видел... О, 1000. Экзиби 250, ты чё? Вообще, женские скины есть. Скин куплен и доступен. О, смотрите, можно взять, короче, на шару этот женский скин, понял? А, вы можете все скин... Наркоманы? Сейчас бы монашку сделать. Короче, вы можете все купить скины, а потом че... Вы можете купить... Блин, ну что это такое? Че у него между... Вы можете купить, короче, все скины и потом их одевать чисто. Все хорошо. Я просто промолчу. Просто промолчу. Ой, кью. Это просто пипец. На этом все, пацаны. Вот такая вот обнова вышла. Еще будем в сериях смотреть на нее. Обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. С вами был Эван. Всем удачи, пацаны. И всем пока.